Ого, она сувенирила, молодец. Но мы решили, что в моем аквариуме должна жить одна, самая какая? Ай, смешливая, ой, смешливая. Вы знаете, что важно в русалке? Вот что они делают? Они на камушек вылазят, начинают хохотать и привлекать к себе кого? Моряков и рыбаков. Да? А вы знаете, как я свою супругу нашел? Да по ее очаровательному смешку. Ну-ка. Понятно? Но так не надо. Это потом. А сейчас у нас конкурс среди русалок на самый жизнерадостный смех. Готово? Я сейчас тишина? Отношу тебе этот говорящий чупа-чуп. И ты начинаешь в него жизнерадостно хохотать. Понятно? Если хорошо хохочешь, аквариум там стоит. У тебя сразу раз в аквариум и поехало. Готово? Раз, два, три. Аплодируем, аплодируем! Ты это долго можешь делать, а? Воздуха хватает, умница, ну-ка. Давай следующее. Слушайте, ну прям страсти сразу накаляются. Да, готово? Раз, два, три. Смешно. Главное смешно. Молодец. Давай, ракета. Раз, два, три. Ну смешно. Аплодировать. Аплодисменты. Раз, два, три. Ой, мру. Зачем мне мертвая русалка? Ты говоришь, умру, я же, у меня сердце кровью обливается. Только говоришь, смейся. Не ждешь. Аплодисменты! Следующая попытка. Ну давай, давай, не бойся. Не надо бояться микрофона, пусть микрофон боится тебя. Раз, два, три. Аплодисменты! Раз, два, три! Какая немножко грустняшка, да? Ну ничего, заберем! Аплодисменты! Раз, два, три! А дальше? А что, куда уже дальше? Она и так всех распугает в море-то. Молодец, такой. Аплодисменты! Хрупкая девочка, а что вытворяй-то? Ну, вся надежа на тебя. Готова? Раз, раз, два, три. Аплодисментом решаем, кто же у нас хихи поймал больше. Да. И... Глуховатенько, ну, по-моему, ты лидируешь, да? Ну-ка еще раз. Ну как считать? Ой, боже мой, ну это же моя добрейшая души человек. Давайте так, у нас везде побеждает дружба, но в вашем случае... Давай, давай, призови, не скупись, не скупись. Что это? Смотри-ка, это из аквариума. Чтобы аквариум... Аплодисменты. Давай, давай, давай! Раз тебе подарок. Два тебе подарок. И всем подарки! Аплодисменты! Последний круг почета. Все русалки по кругу. Сама. Маша.
Ой, ребята, ой, моя свита. Ну-ка быстренько спускайтесь и скажите детям, чтобы они срочно спрятались. Мне телеграмма пришла. Телеграмма пришла. Быстренько! Быстренько, быстренько! Ну-ка, детки, на 4 шажочка назад от сцены! Ох, быстрее! Вы знаете, что мне пришла телеграмма о том, что сюда приближается пиратская шхуна. Представляете? Со страшными и злыми пиратами. Я предлагаю убежать. Будем убегать? Ну а как мы не убежим? Мы же не успеем, он уже тут! Вот оно, наше несчастье. Куда с оружием на детский праздник? Не имеешь права. Это ж сердце мое рыбье холодное. Здравствуйте, ребятишки! Проказники и шалунишки! Где эти проказники и шалунишки? Ты вообще кто? Ты тут кто? Отдай ему флаг и отвечай на вопрос. Во-первых, никто, а Джек Воробей. Ну хорошо, хоть не потрошитель. Чего пришел-то? А мы к вам вот по какому делу. Мы услышали, что у вас здесь праздник. Так. А нам как раз нужна команда самых настоящих разбойников. Да не пойдут они с вами или пойдете? А я предлагаю с ними вначале посостязаться. Вы же должны знать, кому идете. Давайте в догонялки поиграем. Кто быстрее бегает? Ну давай. Хорошо. С пиратами. Подождите. С пиратами. У нас будут бежать мальчики. Да. И повторять за ними все движения. А со мной русалки, медузы. Короче, девочки. Девчонки. На местах стоим, повторяем за нами движение. Мы начинаем бежать первые, правильно? Девчонки, приготовились, сейчас будем убегать от пиратов. Поехали! Бежим, девчонки! А как быстро! А мы плывем! Мальчики, плывем! А мы, девчонки, на самолете! Берем лошадь.